Научные исследования, инновации, окружающая среда, безопасность. Технология ДАМА решает технологические проблемы, связанные с производством феррохрома. Этот инновационный процесс основывается на методе производства металла, очищенного от шлака уже на этапе первой отливки, исключив таким образом необходимость дальнейших операций и вмешательств, которые в обратном случае были бы необходимы для получения чистого металла. Использование специфических технологических показателей, включая соответствующий диаметр тигля, специальной огнеупорной футировки, перерасчет диаметра электродов и межосевого расстояния, а также использование специальных химических формул внутри печи, позволяет провести разделение жидкого металла и жидких шлаков непосредственно внутри тигля. Отливка чистого металла происходит в несколько приемов, используя специальную летку. Сначала при помощи специального станка открывается летка для выхода очищенного от шлака ферросплава, который попадает в специальные желоба, изготовленные из высокопрочного чугуна и установленные в каскадном порядке. Как только чистый металл выливается, летка вновь закрывается. Затем, через запрограммированный интервал времени, тот же специальный станок начинает сверлить второе отверстие, расположенное в верхней части печи, для того, чтобы шлак выливался в специальные желоба, установленные в каскадном порядке. Инновационная технология ДАМА достигает высокой продуктивности и высококачественных стандартов, повышая таким образом производственные мощности и в то же время снижая потребление электроэнергии и сырья. Более того, использование новой технологии позволяет значительно понизить количество несчастных случаев на рабочем месте, а также снизить число металлических частиц, которые под воздействием высоких температур представляют собой один из основных факторов загрязнения воздуха и риска профессиональных заболеваний. Технология ДАМА